Кыргызском районе запланировано строительство совместного кыргызско-таджикского предприятия по переработке абрикоса. Решение было согласовано на бизнес-встрече кыргызских и таджикских предпринимателей. Инициативу СП выдвинули таджикские коллеги. Усен Кульбаев продолжит. Во время доверительной встречи кыргызские и таджикские партнеры подробно рассказали о своем бизнесе и дальнейших планах на перспективу. Особое внимание стороны уделили тесному сотрудничеству в аграрной отрасли и торговле строительными материалами. Отсюда можно вывозить профили. Нам понравились цены. Да, Сагдийская область находится недалеко. Проблем с транспортом, думаю, не будет. Составляем с ними соглашение по поставкам различных материалов. Таджикские предприниматели предложили кыргызским коллегам открыть предприятие по переработке абрикосов, овощей и фруктов и в дальнейшем вместе реализовывать продукцию за пределы республики. Мы провели переговоры с представителями двух фирм по продаже переработанной сельхозпродукции в Россию. Кроме этого, договорились завести оборудование из Саратова. Нам выгодно работать в Кыргызстане, потому что здесь созданы льготные условия для ведения бизнеса. Кроме того, предприниматели из Кыргызстана, Казахстана, России и Белоруссии приняли участие в международной торговой ярмарке в Сагдийской области Таджикистана. С открытием новой дороги север-юг в перспективе мы намерены усилить торговые отношения, поэтому мы приехали сюда на ярмарку, чтобы поближе познакомиться с возможностями ближайшего будущего. На встрече между кыргызскими и таджикскими предпринимателями было подписано более 30 соглашений. Усен Кульбаев, Медерния Залиев, Общественный первый канал, Сагдийская область, Таджикистан.